Шикарная водичка, хватит на целый год. Здоровья, во! Красота! Я побежал греться, а вы купаться, ребят! Вот! Галя, Галюс. Давай, 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 давай. Галечка, иди сюда, Галюся, Галюся. Ой, ё-ё-ё. Красота. Ой, хорошо-то как. Для здоровья. Ой, надеюсь, повторить еще в следующем году. Побегу. Да, я вот сюда. Ну что, давай. Чувствуется огонь. Христос охрестился зі святом. Иди грейся быстро. Чувствую, как поднимается дух. В здоровом теле здоровый дух. Андрей, греться. Ты не будешь прыгать? Маешь ты, зая. Уже предлагает. Купаться будешь? Будешь купаться? Говори. Да. Будешь? Будешь купаться когда-нибудь? Мама. Как мама скажет? Мама пошла купаться. А, мама пошла купаться. А что ты убегаешь? Иди сюда. Ну иди, поговори с нами. А ты будешь купаться? Нет. Чего? Ладно. Я уже купалась. В бассейне, да? Да, в бассейне. Але от гарний настрій та заряд бадьорості від купання в ополонці гарантовані. Науковці довели, під час стресової ситуації, якою і є купання в крижаній воді, організм виділяє ендорфіни – гормони щастя. Наталія Савченко, Олександр Данилов, новини телеканал «Інтер». Я подам.